Аж 15 заданий сделал. Зерус. А, нет, не Зерус. Вот это вот он. Стопы, а что это загрузилось? Это у меня двойной щелчок иногда срабатывает, сука. Надеюсь, это двойка загрузилась. Там меню должно быть. Надеюсь, это Зерус. Я вроде как с него не перелетал. Да, хорош. Так, ну а отсек чё? Я же базарил. А, эволюция. Подвид гидролиск готов к улучшению. Мы обнаружили древнюю эссенцию зерга в пространстве Доминиона. Разведывательную стаю атакуют. Мало времени. Угу. Гидролиск. Острыми щупальцами, эффективен против бронированных. А этот тоже закапывается, но атакует шипами. И какие лучше, хей, я бы его знал. Ладно. А, подвид-то нельзя менять. Но возьму против легких. Легких все равно больше. А бронированных не сказать, что так много. Ладно, посмотрим задание. А потом там, по-моему, Креймер будет лететь. Наносит огромный урон на расстоянии, но слабо защищены. Прикрывать их тараканами или зерлингами. Планета Марик 5. Улей Роя атакован. Прометей. Элитный штурмовой корпус Доминиона. Нужно действовать быстро. Рядом обнаружена эссенция. Творение сверхразума. Колония пронзателей. Низкая скорость атаки. Сверхмощный урон. Собрать эссенцию. Адаптировать гидролисков. Победить Доминион. Это у нас какой гидролиски? Анализирую. Генетический код не полон. Нужно уничтожить оставшиеся колонии пронзателей. Генетический код получен. Включаю эссенцию пронзателя в генную структуру гидролиска. Теперь гидролиски могут мутировать в пронзателей.
А чё, как? Чё, они пройти не могут, что ли? А, так это мутировать еще надо, сука. Пронзатель атакует в закопанном состоянии. Наносит урон одной цели, пробивает броню. Подойдите к уступу и нападите на тиранов с высоты. Ракетная турель обнаруживает закопанных пронзателей. Сначала нужно уничтожить ее. Заграждение разрушено. Осталось уничтожить базу Прометея. Уничтожены. Доступна альтернативная мутация гидролисков. Обнаружены пещеры выживших скрытней. Ну так с виду неплохо. Планета Кавир. Ранее изначальная колония стаи Дагота. В настоящее время дикая. Обнаружены скрытни. Выжили во внутреннем конфликте. Я могу управлять ими, но не воспроизводить. Отсутствует ключевой фрагмент генетического кода для преобразования. Требуется пещера скрытней. Находится рядом. Нужно захватить. Вернуть эссенцию Рою. Пещера скрытней неподалеку. Быстрее!
Дикие зерги почувствовали наше присутствие. Скорее, под землю. Скрытень закапывается под землю. Атакует несколько целей. Эффективен против легких войск. Вообще неплохо. Снова дикие зерги. Скорее зарывайтесь и атакуйте. Войска в пункте назначения. Мать стаи Килиса готова извлечь эссенцию. Я чувствую перемещение диких зерков. Они атакуют с юга. Защищайте пещеру скрытней. Еще одна атака. Не подпускайте их к пещере скрытней. Зерги разгромлены. Мать стаи готова извлечь эссенцию. Нужно подготовить генетический код для мутации гидролисков. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Блять, его толпа интересная. Генетический код гидролиска готов к интеграции. Жду решения. Ну, пускай скрытень будет по легким целям. Эволюция завершена. Сейчас еще какая у него там мутация. Вот гидролиск. И что у него? Дальний спонсор. Ладно, пускай будет дальность. Ну и перелет какой. Теперь нет пути назад. Сектор Доминиона. Мы направим нашего Левиафана пространство Доминиона и начнем поиск тиранского корабля Гиперион. Ты хочешь, чтобы они помогли нам найти тирана Джима Рейнера? Ну, конечно. Валерия, мы принимаем какой-то сигнал. Внимание! Получен псионный сигнал. Не поддается классификации. Керриган, что с тобой стало? Как? Нет времени. Слушай внимательно. Джим жив, но я не могу найти его. Зато ты можешь. Взломай сеть Доминиона и определи, где его держат. Как мы можем верить ей? Валериан, если есть хоть малейший шанс спасти Джима, я отправлюсь за ним. Взломать защищенную сеть Доминиона будет непросто.
Только один человек способен на это. Полковник Орлан. А его держит в плену... Мира Хан. Капитан наемников? Кажется, это ваша подруга? Не совсем. Там все... сложно. Не будем об этом. Найди его, Мэтт. Мы оба перед ним в долгу. И что, просто ролик или что? Так, нам по-любому даст задание, чтобы этого полковника, наверное, забрать. Пока нет. Сперва мне надо кое-что сделать. Какие преимущества это нам даст, моя королева? Сказать Абатуру, чтобы он готовился собирать новую эссенцию? Помолчи, Иша. Это личное дело. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но я должна попытаться. Почему, Загара? Потому что я не понимаю, какова стратегическая цель пребывания здесь. Здесь нет эссенции и врагов. Но я знаю, что ты обладаешь видением, и за всеми твоими действиями что-то стоит. У меня собственные причины быть здесь. Моя королева, ты можешь скрывать от меня правду. Но я все равно попытаюсь узнать, в чем дело. Попытайся, Загара. Но я уверена, что этого ты понять не сможешь. Что за навязчивая идея — собирать эссенцию? Это путь к выживанию. Она делает тебя сильнее? Сила — это ловушка. В нее попались главы стай. Если дело не в силе, то зачем тебе эссенция? Эссенция позволяет меняться, выживать. Пока собираешь, живешь, остановишься, погибнешь. Этому нечего сказать. Так, мощная эссенция вожаков изначальных зергов расширила набор доступных способностей. Достигая новых ступеней развития, ты будешь открывать по 3 способности. Для взлома защищенной сети Доминиона нам нужен лучший дешифровщик. И это полковник Орлан. К несчастью, его держит пленником Мира Хан, известный как один из самых психованных главарей наемников. Гиперион? Что, управлять кораблем, что ли? Мира Хан, это принц Валериан. Вы слышите меня? Слышу тебя, принцесса. Я знаю, ты там с Мэтью. Дай-ка его сюда. Вы забываетесь, наемница. Здравствуй, Мира. Мэтью, ты не звонишь и не пишешь. Мне кажется, ты совсем забыл меня. Нам нужна твоя помощь. Мы знаем, что полковник Орлан у тебя. Только он может взломать защищенную сеть Доминиона. Ну, конечно, милый. Но только с разрешения Джеймса Рейнера. Джима сейчас здесь нет. Как жаль. Значит, я не могу освободить полковника. Послушай, Мира, без Орлана нам не спасти Джима. Просто отдай его нам. Дорогуша, для наемника нет ничего важнее репутации. Я передам пленника только моему клиенту. И даже твои дьявольские обаяния и настойчивость тебе не помогут. Прости. Диверсия в астероидном поле заставит Миру обратить на нас внимание. Для этого придется разрушить ее основную базу. Непростая задача. Нам нужна собственная база.
Тут недалеко одна из баз Миры. Если мы разобьем ее, то сможем развернуть нашу станцию на ее территории. Курс проложен. Крейсерская скорость. Сенсоры засекли сигнал станции Миры. Можно начинать. Лечу к месту назначения. Будет сделано. Привет, ребятки. Это астероидное поле слишком плотное. Придется сделать короткий прыжок. Чудно. С помощью прыжка также можно быстро выйти из боя. Легко и просто. Будет сделано. Крейсерская скорость. Легко и просто. Лежу в оба. Координаты получены. Подтверждаю. Этот район патрулируют истребители Миры. Слишком много целей для наших основных орудий. Но мы можем послать туда тактическое звено. Это уравняет шансы. Лечу к месту назначения. Они у меня на прицеле. Гляжу в оба. Видишь эти сторожевые башни? Они бьют на большое расстояние. Да так, что мало не покажется. К счастью, наши дальнобойные Ямато еще мощнее. Подтверждаю. Крейсерская скорость. Будет сделано. Легко и просто. Лечу к месту назначения. Аналоги стали целью. Ступаем. Ваши войска атакованы. Вижу в оба. Визуальный контакт с целью. Координаты получены. Отлично! Теперь мы можем использовать эту базу для производства автоматизированных истребителей. Как только очередная эскадрилья будет построена, база направит ее против кораблей Миры. Может, просто поговорить с Мирой? Здесь так дела не делаются, Валериан. Опа! Магнитные мины! Они могут серьезно нас потрепать. Правда, они двигаются по прямой. Так что ты сможешь заломить вираж или прыгнуть в крайнем случае. Легко и просто. Будет сделано. Здесь есть минералы. Нам не помешают ресурсы. Добудь эти минералы, и я смогу модифицировать Гиперион. Курс проложен. Сенсоры указывают на большое скопление минералов неподалеку отсюда. Но там повсюду магнитные мины. Лежу в оба. Легко и просто. Лечу к месту назначения. Будет сделано. Курс проложен. Сенсоры засекли килмарийских горнодобытчиков. Похоже, у них отличная оборона. И боевой корабль «Капитолий». Нам не обязательно связываться с ними. Да, но у них могут быть ценные ресурсы и оборудование. Координаты получены. Лечу к месту назначения. Крейсерская скорость. Это ремонтный робот. Он может мгновенно отремонтировать Гиперион и пополнить резерв истребителей. Ступаю в бой. Легко и просто. Курс проложен. Легко и просто.
Наши системы упали. Я разберусь. Вижу оба. Крейсерская скорость. Опять, черт побери! Курс проложен. Лечу к месту назначения. Ух ты! У них есть генератор электрического поля. Эта штуковина может на время вывести из строя вражеский корабль. Давайте же скорее установим его. Все готово, Торопыга. Я уж постарался. Торопыга? Крейсерская скорость. Так. На 3 секунды. Курс проложен. Подтверждаю. Будет сделано. Так, крейсерская скорость. Лечу к месту назначения. Нет, сюда не могу. Гляжу в оба. Курс проложен. Координаты получены. Легко и просто. Лечу к месту назначения. Координаты получены. Подтверждаю. О, Мэтью, мне так не нравится, когда мы ссоримся. Может, оставить вас наедине? Спасибо за поддержку. Легко и просто. Курс проложен. Координаты получены. Подтверждаю. Будет сделано. Мы попали под сильный обстрел. Лечу к месту назначения. Отлично. Продвигаемся дальше. Мэтью, это очень грубо с твоей стороны. Полностью автоматизированные базы обходятся недешево. Просто. Координаты получены. Будет сделано. Он чинится еще, это хорошо. Крейсерская скорость. Подтверждаю. Лечу к месту назначения. Лечу к месту назначения. Курс проложен. Лежу в оба. Координаты получены. Прекрасно. Сенсоры показывают, что мы собрали все минералы в этом районе. Модификация завершена. Говори, что еще нужно улучшить, и я найду способ. Главное, чтобы были минералы. Так, 1-1, это просто прокачалось. Это... Лечу к месту назначения. Курс проложен. Гляжу в оба. Подтверждаю. Координаты получены. Крейсерская скорость. Координаты получены. Будет сделано. Курс проложен. Легко и просто. Лечу к месту назначения. Подтверждаю. Будет сделано.
Гляжу в оба. Легко и просто. Крейсерская скорость. Координаты получены. Гляжу в оба. Подтверждаю. Курс проложен. Лечу к месту назначения. Похоже, больше минералов здесь нет. Гиперион стал еще мощнее. Можешь не благодарить меня. 2-2 прокачалось. Легко и просто. Крейсерская скорость. Будет сделано. Супер миссия. Крейсерская скорость. Гляжу в оба. Будет сделано. Координаты получены. Гляжу в оба. Лечу к месту назначения. Визуальный контакт. Проложен. Я на прицеле. Подтверждаю. Легко и просто. Подтверждаю. Крейсерская скорость. Координаты получены. Будет сделано. Координаты получены. Крейсерская скорость. Легко и просто. Мы попали под сильный обстрел. Думаю, бой. Вижу в оба. Они у меня на прицеле. Подтверждаю. Визуальный контакт с целью. Огонь по цели. Курс проложен. Лечу к месту назначения. Ваши войска атакованы. Огонь по цели. Вступаю в бой. Крейсерская скорость. Гляжу в оба. Мы почти победили. Вперед! Легко и просто. Координаты получены. Боевой вылет. Будет сделано. Крейсерская скорость. Лечу к месту назначения. Легко и просто. Теперь это настоящая гроза галактики. Большего из этого корабля не выжить. Курс проложен. Подтверждаю. Лежу в оба. Мэтью, ты украл все мои ресурсы! Лечу к месту назначения. Будет сделано. Координаты получены. Ну, сори. Крейсерская скорость. Подтверждаю. Лечу к месту назначения. Приступаем к выполнению. Легко и просто. Мэтью, не думай, что ты легко отделаешься. Когда бы это мне с тобой было легко? Мне казалось, тебе это нравится. Лежу в оба. Огонь по цели. Курс проложен. Легко и просто. Лечу к месту назначения. Координаты получены. Визуальный контакт с целью. Крейсерская скорость. Ваши войска атакованы. Они нас окружают! Окружают! Лежу в оба. Ваши войска атакованы. Координаты получены. Подтверждаю. Визуальный контакт с целью. Легко и просто. Огонь крейсерской скорости. Приступаем к выполнению. Сдавайся, Мэтью. Обещаю, я буду нежна с тобой.
Этого-то я и боюсь. Мэтью, не испытывай мое терпение. Ты сама во всем виновата, Мира. Я хотел договориться по-хорошему. Будет сделано. Лечу к месту назначения. Курс проложен. Очень странная. Пожалуйста, мы можем просто забрать полковника и, наконец, улететь. Этот бесчестный господин уже летит к тебе на моем шаттле. Да вы с ума сошли! С чего бы мне помогать вам? Мы можем отправить вас обратно. Ладно, что вам нужно? Мэтью, теперь мне нужно заново собирать отряд, так что нам придется ненадолго расстаться. А я надеюсь надолго. Мне казалось, что политики Доминиона сумасброды. Было прикольно. Ямато. Все собрано. А здесь еще. На уровне боец. Так вот, Керриган не прокачивается. Интересно, а повлияет прокачка Гипериона на следующей миссии? Со мной связалась Релот. Ей подчиняется большая стая, которая до сих пор не ввязывалась в конфликт. Ее впечатлили твои действия, и она хочет присоединиться к Рою. Мать стаи Релот, слушай меня. Веди стаю на Йонтр-2. Там Доминион собирает новейшие корабли. Уничтожь Йонтр во славу Роя. Будет сделана, моя королева. Так, ну я думаю побазарить, глянуть, какое задание, да и сохранить. Матерям стай не нравится работать с тиранами. Они нужны для исполнения моих планов. Матери стаи хотят, чтобы мы уничтожили их, потому что теперь они для нас бесполезны. Скажи им, что мы не будем этого делать. Такова моя воля. Хорошо, моя королева. Тут не будет никакой эссенции. Я не могу собирать то, чего нет. Мы здесь, потому что такова воля королевы, не оспаривая ее приказы. Мне нужна только эссенция. Тебе пора научиться подчиняться мне, изначальный зерк. Иди ко мне. Я получу твою эссенцию. Довольно. Загара, не говори от моего лица. Дихака, не трогай эссенцию моего роя. Нормально так раскидала. Вы что-нибудь нашли? Полковник Орлан взламывает сеть Доминиона. У него есть час. Нет, Керриган. Ты слишком много на себя берешь. Если взлом обнаружат, Джима переведут в другое место или убьют. Я не буду рисковать только потому, что тебе не хватает терпения, и не нужно мне угрожать. А ты изменился за это время. Не только зерги эволюционируют. Хорошо. Я подожду, пока ваш эксперт не закончит. Ну и какое задание? Надо связаться с Хорнером и Валерианом. Я должна знать, где держат Джима. Задание для Рейвика, это круто. 9 уровней, и всего получается 11. Интересно, сколько это будет.
58, почти 60. Ну ладно. Сохраняемся.